На 18.00 30 апреля 2021 года количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 154 человека. Из них 31 человек скончались. Из 154 пострадавших, по оперативным данным, 121 – гражданские лица, 23 человек из силовых структур. Сторона в положительном ключе отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров, реализация намеченных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации. Ага,